собирается этот падший ангел. Он и собирается уничтожить человечество, не дать Богу возможность выращивать на земле наши бессмертные человеческие души. Вот почему мировая закулисье сейчас мало того, что пытается уничтожить, сократить численность человечества, она еще хочет оставшийся остаток, чтобы он был сухим остатком, чтобы люди, оставшиеся на земле, были рабски подчинены сатанинским богоборческим идеям. Вот почему им нужно маленькое человечество, совершенно подконтрольное им в рамках цифровой оккупации, цифрового господства над ними. Поэтому, если мы будем понимать правильно георелигиозную сущность начавшейся борьбы, войны даже, можно сказать, я где-то месяц назад назвал нынешнее вот это вот начало, это коронабесие, учение мировой закулисы. Теперь мы знаем, как, вот я скажу, как военные. У военных такое есть правило, особенно в военной разведке. Как только противник начинает планировать или объявляет о каких-то важных, больших, крупных учениях, мы тут же приводим себя в повышенную боевую готовность. Почему? Потому что под видом учений всегда легче развернуть группировку войск и сил, да, и потом уже, развернув их как будто для учений, потом перейти к реальным боевым действиям. Так, это, скажем так, классика военной хитрости. Так вот, и в начале, когда я увидел о том, что появились эти вот, сообщения первых пошли по вирусу, думаю, ну, что-то и придумали там такое. Я назвал это учениями. Сейчас могу сказать дальше. Вот этот период учения превратился в подготовительный, в первый подготовительный этап к мировой георелигиозной, геополитической войне сатаны и его инфернальных сил против человечества и, прежде всего, против России и русского, и других православных народов России. Мы главное зло. Если вы вспомните, что сказал Бжезинский, все разгромлено. Нет Советского Союза атеистического, нет больше геополитического субъекта, способного противопоставить себя по своей мощи и силе Западу. Остался один враг – православие. А православие, скажем сейчас, Господи, помилуй нас грешных, а православие уничтожается как извне различными, скажем, католичеством, это ересью, и другими, скажем так, религиозными структурами, но и изнутри, где Пасха православная, где Радоница православная, где этот вот лжепатриарх Кирилл со всей его шоблой этих попов в рясах, вот где они там. Нет у нас государства, у нас нет церкви. Вот куда мы пришли в результате отхода от Бога в 17 году. Я говорю, о феврале 17-го. Октябрь был меньшим злом по отношению с февралем 17-го года. Поэтому мы, русские православные люди, не имеем сейчас нашего государства. Оно чуждое и враждебное нам. Мы не имеем нашей русской православной церкви. Она стала противницей Христа. Ну ничего, с Божьей помощью победим.